Случилось это давно, еще до войны, где-то в Европе, в маленьком заштатном городке. Что в этом городке интересно? Какие в нем достопримечательности? Ну, прежде всего, конечно, вокзал. Он построен еще в середине прошлого века, но до сих пор прекрасно сохранился и, как вы сможете убедиться, играет немаловажную роль в жизни города. Что еще? Универсальный магазин господина Паску, нотариальная контора господина Кероя, суд, тюрьма. Да, и, конечно же, гимназия. Гимназия, в которой преподает учитель Мирою. В центре нашей системы находится Солнце. Эта звезда далеко не самая большая и не самая яркая во Вселенной, но она дает нам жизнь. Вокруг Солнца по эллиптическим орбитам вращаются планеты. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Зюка, идем на вокзал. Уйди. У Земли, а ты не боишься? Боюсь, но все равно. У Марса это Фобос и Деймос, у Юпитера Зефиреску. Повторите, пожалуйста, что я сказал? Юпитер, господин учитель. Что Юпитер? Спутник. Чей спутник? Луны. Луны. Ой, боже мой, Зефиреску. Боже мой, Зефиреску, что же мне с вами делать? Пишите и повторяйте за мной. Ученицам младших. Ученицам младших. И особенно старших классов. И особенно старших классов. Запрещается появляться на вокзале. Запрещается появляться на вокзале. Особенно в часы, когда проходит дизель-электропоезд. Дизель-электропоезд. Месье, мадам! Дизель-электропоезд Бухарест-Синая прибывает через 15 минут. Добрый день. Добрый день, господин Испас. Здравствуйте, мадам Заржаску. Целые ручки, мадам Ионеску. Что я слышала, госпожа Испас? Да? Вчера скорый раздавил индюка. Ничего подобного, какая чушь. Во-первых, не скорый, здрасте, а товарный, а потом не индюка, а просто утку с обыкновенным серым клювом. Как люди любят. Добрый день, господин судья. Честь имею, господин нотариус, честь имею. Ну что, Испас, пришли в себя после вчерашнего проигрыша? С трудом, господин судья, с трудом. Вы ведь вчера здорово обчистили. Ну ничего, в другой раз отыграетесь. Попробую. Благодарим вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, что не говорите, а вокзал это культурный центр нашего города. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Яким! Яким! Здравствуйте. Здравствуйте. Яким! Яким! Почему на путях утки? Здравствуйте. Почему на путях утки? Если дизель раздать хоть одну, я заставлю тебя ее съесть. Здравствуйте, здравствуйте. И оплатите. Здравствуйте, здравствуйте. Целую ручки. Какая погода сегодня? Здравствуйте.
господин инспектор. Добрый день. Скажите... Целую ручку, мадемуазель Куку. Вы видели? Простите. Что такое? Девочка, скорпион! Простите. Месье, мадам, дизель-электропоезд Бухарест-Сирая прибывает через 10 минут. Смотрите, не как учитель Мирою. Мирою здесь на вокзале не может быть. В самом деле, глазам своим не верю. Как это наш великий ученый снизошел до того, чтобы появиться в обществе. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Мирою. Здравствуйте, господин Кирою. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Что новенького в мире звезд и туманностей? Не хотите ли вы поразить наше воображение каким-нибудь эффектным зрелищем? Затмением, например? Ближайшее затмение произойдет ровно через месяц. В 1:33 по Гринвичу. Не может быть. Да, но, к сожалению, его нельзя будет наблюдать в нашем городе. А где его можно наблюдать? В Австралии. Это возмутительно. Господин Мирою, я прошу вас принять какие-нибудь меры. В конце концов, чем мы хуже австралийцев? Извините, господа, мне нужно идти. Куда вы вечно спешите, господин учитель? Почему не посидите в кафе, не выпьете рюмочку? Не перекинетесь в картишки, как все люди? У меня нет времени, извините. До свидания, господа. Честь себе, честь себе. Как вам это нравится? У него нет времени. Как будто у нас оно есть. Господин Паску приезжает из Бухареста. Да, поздно вечером, пассажирским. Интересно, что новенького появится у него завтра в магазине. Здравствуйте, господин Испас. Господин учитель. Рад вас видеть у себя на вокзале. Решили, наконец, проветриться, подышать свежим воздухом. И правильно. Нельзя. Нельзя всю жизнь сидеть за книгами. Нельзя это изубить, что вы, наконец, пришли встретить дизель. Что? Какой дизель? Как? Дизель? Бухарест-Синай. А нет, я, видите ли, сегодня приезжает с Бухареста господин Паску. Здрасте. Паску прибежит попозже. Пассажирский. Сначала пройдет дизель, нет, а ну уж как потом... Же. Нет, ну как же, господин Паску обещал мне привезти кое-что из Бухареста. Добрый. Здравствуйте, держу пари опять книгу. Да. А у вас не хватило терпения подождать, пока вам ее принесут. Здравствуйте, видите ли. Здравствуйте. Это редкая, это особенная книга. Понимаю, господин учитель, книги, никак вы ими не насытитесь. А ведь это порок. Грех. Да-да, порок, как раз вчера у судьи мы говорили. Здрасте. Об этом. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, господин судья сказал, хороший малый господин учитель, но у него есть один серьезный недостаток. Так я пришел слишком рано. Увы. А что ж мне делать? Ну, походите по платформе, пообщайтесь с людьми. Сейчас придет дизель. Вы же ни разу не видели, как проходит дизель. Это же, уверяю вас, замечательное зрелище. Нет, извините, у меня дела. Господин учитель, у всех дела. Но мы же интеллигенция. Мы должны... Вы не могли бы передать Стрелец. Господину Паску, что я не мог его встретить и буду ждать его дома? Конечно, передам. Хотите добрый совет? Здравствуйте. Не пренебрегайте обществом. Люди этого не прощают. Благодарю вас. До свидания. Месье, мадам, дизель-электропоезд Бухарест-Синая прибывает на первый путь. А что, приближается, да? Да, наш красавец!
поезд проследовал из Бухареста в Синай. Да. А вы заметили, какие бриллианты были у дамы из второго вагона? О, ты заметил? Конечно, заметил. А какая была элегантная шляпка на молодой даме из седьмого вагона. Да, просто изумительно. Шикарный поезд. Краса из поезда. Шикарный поезд. Развратный поезд. Набит женщинами легкого поведения и картежниками. Вы представляете, поезд давно прошел, а до сих пор пахнет французскими духами. Не знаю, чем пахнет, но в порядочном городе это надо запретить. Я бы заставила его проезжать ночью с опущенными шторами. Ночью с опущенными шторами он проходит обратно из Синая в Бухарест, мадемуазель Ку-Ку. Замфиреску. Вот ты где околачиваешься, на вокзале, да? Мадемуазель. Молчать. Ты зачем сюда пришла? Мадемуазель, я прошу. Молчать. С каких пор ты носишь передник стянутым в талии? Ты где, на балу? Кто тебе разрешил прийти на вокзал? Мадемуазель, я не знала. Как ты могла не знать? Разве в гимназии не висит объявление черным по белому? Разве вы не переписывали его 75 раз? Разве вы не заучили его наизусть, что написано в объявлении Замфиреску? Ученицам младших, особенно старших классов. Особенно старших классов. Запрещается прогуливаться на вокзале днем или вечером, особенно. Особенно. В те часы, когда проходит дизель-электропоезд. Что тебе понадобилось на вокзале? Мадемуазель, дело в том... Не трудись. Я тебе скажу, зачем ты сюда пришла. Ты пришла, потому что тебе нравится глазеть в окна вагонов и подмигивать бухарестским щеголем. Плачь, плачь. Есть от чего плакать. Еще раз увижу тебя на вокзале, выкину вон из школы. Молчать. Вытри глаза и марш домой. Стой. Пройди вон там, чтобы тебя никто не видел. Не срами гимназию на весь город. Просто скандал с этим дизелем. С тех пор, как его пустили в старших классах, все девчонки потеряли голову. А знаете, о чем я мечтаю, мадемуазель Ку-Ку? О чем, господин Испуск? Дал бы Господь снежную зиму за носами, чтобы они застряли тут. Вытащил бы я всех из купе, сунул им в руки лопаты, а ну-ка чистить пути. Да, хорошо бы. До свидания, господин Испуск. Целую ручку, мадемуазель Ку-Ку. Да-да. Ой. Здравствуйте, мадемуазель Ку-Ку. Извините, что я в таком виде. Слушаю вас. Господин Мироев, почему, когда я кричу на учительском совете, что школа гибнет, вы молчите? Ну, что, мадемуазель Ку-Ку? Вы молчите, уткнувшись носом в ваши книги. Думаете только о своих звездах, планетах, кометах. Но я занимаюсь наукой. Наукой? Разве для того вы преподаватель, чтобы заниматься наукой? Ну, я полагаю, что да. Вы занимаетесь наукой, а тем временем гимназистки ходят на голове. Ну, вы преувеличиваете. Я преувеличиваю. Вы знаете, где я только что застала Элеонору Замфиреску, вашу ученицу? Где? На вокзале. Какой скандал, какая распущенность. Вы можете мне сказать, зачем эта девушка ходит на вокзал? Мадемуазель Ку-Ку,
Вы когда-нибудь были у моря? Нет. Но я принимала грязевые ванны в Тикерголе. Да нет, я не о грязевых ваннах. Вы видели море? Что вы этим хотите сказать? Ну, в таком захолустном городке, как наш вокзал, для этой девочки это порт, море, неведомые дали. Какие дали? Ну, жажда уехать далеко, бежать. Бежать? Зачем? Куда? Ну, куда-нибудь. В другие края, в другой мир. Господин учитель, если вы такие лекции читаете вашим ученицам, то у меня просто нет слов. Благополучный приезд. Спасибо. Так, Яким! Яким! Давай быстро. Я привез вашей супруге то, что вы просили. Благодарю вас, благодарю. Так, где он? Разобраться, миллион поручений. Во, где ваше? Давайте. Где ваше? Во, вот сюда. Нет, нет, вот это. Спасибо. Нет, нет, вот то, вот то. А, о, 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 да, да, точно. Это ваше. Спасибо. Благодарю вас. Это ваше. Пошевеливайся. Бери чемодан. Давайте вам помогу. Чемодан бери. Закинь к нам перекусить. У меня осталась утка, которую недавно раздавил товарный объединение. Миллион поручений. Миллион поручений. Да, кстати, вас приходил встречать учитель Мироев. А, учитель. Между прочим, я ему привез книгу. Да? Как вы думаете, сколько он заплатил Интересно. За эту книгу? За эту книгу он заплатил 22 тысячи лей. 22 тысячи? 22. Яким! Яким! 22 тысячи за книгу? 22 тысячи за книгу. Яким, возьми вещи господина Пасху и достань их к извозчику. Круглую коробку. Да, круглую коробку тоже пошевеливайся. 22 тысячи. Да, 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 да. Ничего себе, ничего подобного. Невозможно. 22 тысячи. 22 за одну книгу. Представляете? 22 тысячи. Добрый день, господин Пас. С приездом. Как съездили? Добрый день, прекрасно, благодарю вас. Завтра жду в магазине. Здравствуйте, здравствуйте. О, господин судья, привет. Добрый день, господин Пасху. Как столица? Столица есть столица. Прошу, для мадам и для вас. О, благодарю вас. Кстати, я не забыл про ваши сигары. Благодарю вас. Прошу вас, целую ручки, всего доброго. Специально для вас. Будете ли вы сегодня в кинотеатре, мадемуазель Куку? А как же? Это мой дом. Добрый вечер, господа. Добрый вечер, господин Пасху, с приездом. Добрый вечер. Мадам Жоржеску, я вам привез то, что вы просили. Благодарю. Ну, а это? А? Какая что прелесть. Что нового в Бухаресте? В Бухаресте страшная жара. Не то, что у нас. О, у нас сущий рай. Добрый вечер, мадемуазель Куку. Целую ручки. Здравствуйте, господин Пасху. Зайдите ко мне завтра в магазин. Товары из Бухареста. Есть кое-что интересное. Ноги моей больше не будет в вашем магазине. Вы продали ученицам 8 класса губную помаду. Ну, что делать? Универсальный магазин. Я продаю все всем. Коммерция есть коммерция. Благодарю вас. Целую ручки. Благодарю. До свидания. Господин учитель! Мирою, это я, Пасху! Привезли? Конечно! Вот она! 22 тысячи лей, это не шутка! Дрожал над ней всю дорогу! Сейчас! Сейчас! Прошу вас, господин учитель. Спасибо. Дрожал над ней всю дорогу. Ну, значит, 22 тысячи, да, это да, действительно да. Не шутка. Что это?
Лопни мои глаза. Все-таки я перепутал. Это пакет госпожи Испас. Ваш пакет я отдал ее супругу, а вам привез то, что просила мадам Испас. Господи, лопни мои глаза. Господин учитель, столько поручений, голова идет кругом. Господин учитель, ведь всем же надо, господин учитель. Всем, судье надо. Эминеску надо, госпожа Пашеску надо, всем надо. Извините, господин Испас. Господин Паскун ошибся. Вот вещи вашей супруги, а моя книга, она у вас. Будьте так добры, пожалуйста. Вот, вот вещи вашей супруги. Где моя книга? Это Паскун. Это Паскун. Это сюда, Паскун. Значит, пакет моей супружницы. Да, ах, да. Господи. Значит, получается, пакет оказался у вас, а ваша книга у меня. Да, да. Ай, господи, книга, книга, куда же я девал книгу, господи, куда, вот она, вот, ваша книга, возьмите. О, благодарю вас. Ой, да Пасху. Интересная книга, господин учитель. Что? Спрашиваю, интересная книга? А, да, старинная. Ну, вот именно, старинная. Книги, чем они старее, тем они лучше. У меня тоже была, черт возьми, книженца с картинками. Ну и картинки. У вашей есть картинки? А, да. А, нет, то есть нету диаграммы, карты. Понятно. Господин учитель, вы слышите, я вас спрошу, вы не обидитесь? Это правда? Что? Что вы платили 22 тысячи за нее. А откуда вы знаете? Кому как не мне об этом знать. Зачем же я целый день сижу на вокзале? 22? Да. Недороговато? Ну, дорого, конечно. Но что делать? Она мне нужна. Ну, что скажет в городе? Ну, а что они могут сказать? Но все-таки не шутка. 22 тысячи – такая сумма. Каждый спросит, откуда? Ну, я собрал понемногу сбережений, частные уроки. Я много откладывал, и потом я задолжал. О, видите, вы задолжали. Да, но за первое число я получу жалование. Нет, господин, значит, книги-то добра не доводят. От них одна погибель. Вот, интересно, есть хоть за что? Ну, о чем вот здесь пишут? В чем тут дело? Ну, это старинная, это редкая книга. Я давно ее выписал из-за границы, еще зимой, и думал, что она не придет. И вдруг получаю письмо от букиниста, что она пришла, и вот я попросил господина Паску, и она... Стекла почистил? Почистил. Фонари зажег? Зажег. Смотри, а то придет дизель, у нас темно, как на захудалом полустанке. Уток загнал в сарай? Загнал. Пересчитал все на лицо? Все, кроме той, которую вы съели, а я за нее уплатил. Пошел вон. Дизель гудит. Стало быть, открыли семафор. Господин учитель, дизель идет. Что? Я говорю, дизель Бухарест Синая. А он долго стоит? Да что, он никогда не останавливается. Что случилось? Пассажир не сбелел. Пожалуйста, прошу вас.
каким-то образом проник в вагон салон, не хочет платить, нет, так. Пожалуйста, дальше. Не хочет предъявить документы. Где он? Пожалуйста, где он? Пожалуйста. Вот. Мадам. Ну что? Ну что вы хотите от меня? Пардон, мадам, у вас есть билет? Нет у нее билет. Погоди-ка, уважаемый, дай мне спросить. У вас есть билет? Нет. Весьма сожалею, мадам, но если у вас нет билета, придется уплатить штраф. И за билет. И за билет, разумеется. Я уплатила. Кому? Ему. Да что ж ты, уважаемый? Вот что она мне дала. Грязная, равен 100 лем, равен 50 лем, равен 20 лем. Ну, фишки. Фишки из казино в Синае. Я забыл их обменять на деньги. Я играл в рулетку. Ах, вы играли в рулетку? А теперь тебе фишками вы хотите оплатить свой проезд? А что, нельзя? Ну, у меня больше ничего нет. Сударыня, вам придется сойти на этой станции. Я не подумаю. Мадам! С места не сойду. Я больше не могу. Я уже опаздываю на 4 минуты. А ведь я экспресс. Я погоди, экспресс! Мадам, вам придется выйти на этой станции на одну минуту. Пожалуйста, не понимаете, о чем я говорю. Я оплатил. Позвольте, это вам не степь. Ну не степь, так лес, поле, пустыня, какая разница? Она сумасшедшая, я опаздываю, я экспресс. Погоди, экспресс, я все улажу, сударыня. Вы меня неправильно поняли. Мы собираемся вас здесь задерживать. Мы только пойдем на минутку в вокзал, выполним кое-какие формальности, и вы поедете дальше. Какие формальности? К сожалению, порядок, такой порядок. Поезд подождет, кондуктор пойдет вместе с нами. Пойдет вместе с нами. Да. Поезд без кондуктора никуда не уедет. Он подождет, а мы запишем все, как было, составим протокол, вы подпишете, и все, и готово. А потом? А потом вы поедете дальше. Этим поездом? Да, он подождет. Да, да. Пошли. Минуточку, пожалуйста. Ну, быстро, прошу, что я должна подписать. Прошу, пожалуйста, проходи к нам. Так, прошу вас, так вот, ручку, быстро. Пожалуйста, ручечку. Вот, одну минуточку, ну. Так, мадам, одну минуточку, сейчас. Ну. Прошу ну. Вас, сейчас, одну минуточку, пожалуйста, ручечку. Ну. Так, одну минуточку, ну. Так, сейчас. Негодяй. Такова инструкция, мадам. Остановить поезд. Я обязан, просто, я обязан. Мадам, я... Кто она? Откуда? Почему я знаю? Яким! 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 В конце концов, почему я должен давать ей поблажку? Потому что от нее пахнет дорогими духами? Потому что она ходит голая? Так что ей, железнодорожные порядки не обязательны? Она красива. Ну что? Там на путях женщина. Поди разыщи ее. Поди разыщи ее. Слушаюсь, начальник. Берегись. 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 От нее так несет духами, берегись. Что пропах весь вокзал. Не хватало бы, берегись. Чтоб сейчас пришла сюда моя жена. Сударыня, не надо здесь стоять. Оставьте меня брошусь под поезд. Это невозможно. До 8 утра не будет ни одного поезда, и никто вас не переедет. Если вам очень нужно броситься под поезд, подождите его на вокзале. Там вам будет удобнее.
Берегись! Берегись! Напрасно вы молчите. Я обязан составить протокол, такова инструкция. Если вы будете молчать, придется обратиться к полиции. У нас есть и полиция. Хоть мы и в степи, как вы изволили выразиться, но полиция найдется. Да-да, найдется. А чего вы не отвечаете, сударыня? Как вас зовут? Откуда вы? Слушайте, отстаньте. Оставьте меня в покое. Я устала. Я дождусь поезда и брошусь под колеса. Но почему обязательно здесь? Доезжайте до ближайшей станции, там делайте, что хотите. Ну как же? Как же я доеду, раз вы меня высадили? Ну, у вас же не было билета. О, господи, опять. Нет, нет, я все-таки брошусь под колеса. И на вашей же станции. Ничего, не будете обманывать женщин. Мадам, вы нервничаете, это понятно. Не хотите отвечать, я это тоже понимаю. Мы не будем задавать вам больше вопросов. А как же я составлю протокол? Обойдется. Мы не будем задавать вам больше вопросов, но позвольте нам хотя бы угадать. Вы едете в Синае? Допустим. И, по-видимому, отправляетесь в Бухарест? По-видимому. Ну вот, значит, в Синае или в Бухаресте у вас, наверное, есть друзья или родственники, ну, словом, кто-то, кому могли сообщить о вас. А завтра вы уедете. Мы купим вам билет. Кто это мы? Я. У вас что, есть деньги? Ну, сейчас нет, но завтра жалование. Завтра? Я не хочу жить до завтра здесь, в степи. Ну, что за степь, мадам? Как это степь? Разрешите вам заметить, здесь город, вы находитесь в городе. Ой, какой там город? Извините, город, городское управление, суд, тюрьма. Гимназия. Да, 8 тысяч жителей. А 8245, это согласно последней переписи. Не считая меня, я в это время ездил в Бухарест по делу, и меня не засчитали. 8245 жителей. С вами 8246 жителей. Если я здесь останусь, будет 8247 жителей. Гостиница здесь есть? А как же? Метрополь в центре города. У меня нет денег. Неважно, мы бы заплатили, но у вас нет документов, а без документов нельзя. Без документов вас примут только в полиции. Так, надоели. Надоели. Мне холодно. Спать хочется. Я есть хочу. Поесть дадим? Да. Где? Что? Ничего особенного предложить не могу, но есть утка с капустой. Отличная утка. Я вчера раздавил товарным. Я не ем уток, раздавленных товарным. Ничего особенного. Великолепная утка. Вот не знают, как их сделать, чтобы жена не заметила. Какой кошмар. Какой кошмар. Неужели это никогда не кончится? Неужели никогда не наступит день? Все. Все. Я остаюсь здесь. Все. Тушите свет. Господи. Сейчас может прийти сюда моя жена. Слушайте, а что мне делать, а? Здесь нельзя, на рельсы тоже нельзя. Что вы хотите от меня? Мадам, не знаю, могу ли я, смею ли. У меня есть скромное жилье. Если вы хотите, если вы только захотели, я уйду. Вы останетесь там одна, на ночь, до рассвета. А я отправлюсь ночевать к коллеге, я пойду к учителю музыки. Да, правильная мысль. А завтра все устроится, мы достанем денег. И вы поедете, а до утра отдохнете. Да, прежде себя. А завтра мы составим протокол. Да бросьте вы ваш протокол. Умоляю вас, доверьтесь мне, вы согласны? Далеко? 10 минут, четверть часа ходьбы. Хорошо. Спать хочется. Ну вот и прекрасно. Вот и прекрасно. Прошу вас. Господин учитель, вы забыли книгу. Вот, возьмите. А, да, спасибо. Благодарю вас. Прошу вас. Ты здесь, голубка моя? Да, я здесь. А
Ты почему до сих пор здесь? Видишь ли, солнышко? Ты должен был прийти домой еще полчаса тому назад. Да, понимаешь, я тебе сейчас все объясню. Что ты делаешь? Я тебе сейчас все объясню, дорогая. А почему ты остановил дизель? Я не останавливаю дизель. Нет, я все знаю. Да ты что, я тебе... Почему здесь пахнет духами? Здесь не пахнет духами, тебе показалось. Ты не считай меня идиоткой. Думаешь, открыл окно? Нет, нет. Проветрил помещение? Я тебе сейчас все объясню, понимаешь? Почему здесь пахнет духами и почему ты остановил дизель? Я не останавливал дизель, тебе сейчас все объясню, понимаешь? Это что такое? Дорогая, понимаешь? Я все понимаю. Нет. Ты остановил этот дизель, потому что у тебя было назначено свидание со мной в Бухаресте, как вот. Здесь пахнет духами, потому что она была здесь. Ты, какой ты позор, что скажут люди. Начальник станции, государственный служащий, муж и отец. Я-то разнемогаю на кухне, жарю для него эту утку. Он развратничает на глазах у всего города. Да молчи! Марш домой! Поймите, это еще раз повторяю. Ее садили с поезда. Я должен был принять... Яким, Яким, помоги. Помоги, возьми, подержи. С поезда. Нет, подержи! Рух! Это что такое? Ну, мы поедем или нет? Руку убери. Не понимаю. Я жена начальника станции. Толкай. Я должна открывать первой. Поехали, я тебе дома все объясню. Я все узнаю. Последний. Не надо мне объяснять. Успокойся, перестань. Боже, ее садили с поезда. Я вышла замуж. Я тебя прошу прекратить. Нет, нет. О, осторожней, осторожней, прошу вас, осторожней. Господи, отчего такая темень? А когда бывает полная луна, у нас значительно светлей. У вас бывает полная луна? Ну да, разумеется, но сейчас новолуние, поэтому... А, что такое? Что такое? Ну, все время спотыкаюсь о какие-то камни. Ну, туфлю потерял. А, сейчас... Подержите, пожалуйста. Вы понимаете, в центре у нас мощенная улица, а здесь у нас... Никогда не замостят. Да где же она? Да нет, почему? В будущем году обещали. Ах, не везет, приехал на год раньше. Вот ваши туфли. Ну, наденьте. А, конечно, разумеется. Наконец-то. Да, благодарю вас. Прошу. Осторожно. Ой, господи, страшно-то как. Что на улице ни души. А сегодня среда, мадам. Ну и что? А по средам и пятницам у нас кино. Все в кинотеатре. А вы? А я не хожу. Почему? Так. Вот сюда. Ага. Вот сюда. Так, осторожней. Осторожней. Что это такое? Это таз. Так, вот сюда. Я ничего не вижу. А сейчас я зажгу свет. Фух. Здесь живете, да? Да. Ужас. А что, вам не нравится? Нет, ну почему? Тут очень мило. Да нет, здесь совсем не мило, но зато есть все, что необходимо, и потом недалеко от гимназии, потому что не знаю, сказал вам, я или нет, я учитель. Этого и говорить не надо, это и так видно. Да, почему?
По каким признакам? По всему. Откройте окно. А, прошу вас, не надо. А что такое? Ну, разве я вам не сказал, сейчас люди выйдут из кино, пойдут по нашей улице и увидят. Ну и что? Ну, в такой час дама у меня. О, что, к вам никогда не приходит женщин? Мадам, ну как вы могли подумать? Я серьезный человек. Я учитель. Может быть, вы хотите сказать, что я первая женщина, которая вошла в этот дом? Слушайте, не будьте ребенком. Откройте окно. Мадам, прошу вас, не надо. Видно из дома напротив от господина Керую. Какого еще Керую? Керую, нотариус. Вон тот белый дом. Да глупости, там темно. Ну, значит, они следят за занавесок. Откуда вы знаете? А они всегда за занавесками. А сегодня среда. Разве они не ходят в кино? Ходят, но старуха, мать господина Керуя, осталась дома. Осталась мадам Жаржеску с двумя детьми и прислугой. Это еще не все, есть еще Атанасю. Боже, как их много. Не шутите, мадам. Весь город притаился за окнами. Но они же спят. Даже если спят, они во сне подглядывают. Und dass du bei mir bist, das ist für mich so wunderschön. Ist ein Gefühl, das mich unendlich glücklich macht. Diese Schuft! Also, romantisch oder leidlich? Unterstellen Sie sich. Ich liebe dich, wie man im Leben einmal liebt. Ich liebe dich. Stehst, so hab ich dich im Traum gesehen. Nun darfst du niemals wieder von mir Звук, звук, слышите? Похож на скрип такой маленькой пилы. А, пустяки, это мышка. Что, мышь? Что, у вас мышь? Один мышонок, маленький, я его знаю, не пугайся. Он такой маленький, серенький, с круглыми глазками, любит разгуливать среди гнид. Не пугайся, мы с ним знакомы, мы с ним подружились. Что вы с ним? Подружились. Ой. Что? Ой. Других друзей нет? Ну, конечно, есть. Есть учитель музыки Удря. Это мой коллега, композитор. Очень талантливый человек и очень интересный. Он композитор. Вот, кстати, у него и переночую. А вам надо отдохнуть. У меня сон прошел. Ну, все-таки, знаете, уже поздно. Значит так, вот кровать, постельные принадлежности в шкафу. Хотите умыться? Хочу. Я вся в копоти. А, вот ванна. Ванна? Да нет, ну не то чтобы ванна. Это, знаете, это была кладовая или кухня. А я приспособил. Вот, пожалуйста, вот сюда. Так. Это душ? Да. Здорово придумано. Правда? Водопровод здесь есть? А, это есть. Выключили, станция ночью не работает. Ну, они правы. Для кого им работать по ночам? А если кому-нибудь захочется помыться или пить? А, так это у меня во дворе колодец есть. Ладно, я обойдусь. Да что вы, это так просто, я сейчас. Обожаю немецкие фильмы. Что значит за границей? Это было прекрасно. Простите. Господин Удря, как вам музыка? Разве это музыка? А что же это, по-вашему? Да так. Господин Удри! По-моему, прекрасно. Да? Шикарный. Господин Удри, вы мне нужны. Как? Вы тоже смотрели этот фильм, мадемуазель Куку? Мне было не до фильма. Почему я одна должна поспевать всюду?
Заменять полицию на вокзале, в городском саду, в кино. Я поймала в зале 7 учениц. Да-да, но уже поздний час, пора спать. Школа не должна спать, господин Удря. Как, даже по ночам? Да. Что вы хотите этим сказать? Сейчас мы вместе пойдем к вашему другу, учителю Мирою. Как, сейчас? Именно сейчас. У меня есть сведения. Дело не терпит отлагательств. Следуйте за мной, господин Удря. Да, но... Никаких но. Надеюсь, вы не заставите меня ночью одну пойти к холостому мужчине. Нет, нет. Прошу вас. Вам это будет неинтересно. А что такое? Что это за... Это одна из моих книг. Прошу вас, вам это будет неинтересно. Ну что, мне ее посмотреть нельзя? Вон там иллюстрации. Это какие-то... не иллюстрации, это диаграммы, карты, чертежи. Прошу вас, вам это будет неинтересно. Ну, хорошо. А этому вашему, серому, мышонку вы бы ее показали? Его я давно знаю. А что, у вас так много книг? Вы с ними что делаете? Читаю. Что, все? Ну, по мере возможности. Никогда не видела так много книг. А этот старый господин, ваш родственник, да? Это Кеплер. А этот? Коперник. Что-то я о нем слышала. Ну, вообще, он довольно известен. А что вы тут держите? Да так. Думаю о них иногда. Ну, вы странный человек. Слышите? Шаги расходятся. А, кончилось кино. Я умоляю вас. Отойдите, вот сюда. Я прошу вас. Вот. Мадам, они уже идут по нашей улице. Я прошу вас, встаньте сюда. Умоляю вас. Зовите. Мирою. Это кто? Это мой коллега, учитель музыки. Мирою. Мирою. Это ваша фамилия? Да. А имя? Марин. Марин Мирою? Ой, неплохо звучит. Да. По-моему, его нет дома. Он дома. Где же ему еще быть? Позовите. Мирою! Мирою! Ну? Мирою! Ты дома? Ты слышишь? Зачем спрашивать? Конечно, дома. И, может быть, даже не один. Ну, что, мадемуазель? Ну, как вы можете так говорить? Я знаю, что я говорю. А это кто? Тоже коллега. А чего и надо? Не знаю. Любовница, что ли, ваша? Мадам, я прошу вас. Невеста. Мадам, у меня нет невесты. Ну, а чего и понадобилось здесь так поздно ночью? А бог ее знает. Господин Мирою! Это я, Удря! И со мной молчите. Пришла... О том, что я здесь, совсем не обязательно сообщать всей улице. Это я, Удря, Мирою! Что ж делать? Ну, зовите сюда, пусть входит. Но это же невозможно, мадам. Я ничего не смогу объяснить. Они придут, вас увидят. Ну, знаете... Мадам, я понимаю, вы должны исчезнуть. Ну, знаете что, я в окно не полезу. Ну, я прошу вас, мадам, 5 минут. 5 минут в ванной, умоляю. Ой, вас. Господи, ну, я только узнаю, что им нужно. Ну, я прошу вас, мадам, ну, я понимаю, что это ужас дурацкая ситуация. Господи. Но я умоляю вас. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо, вот сюда. Хорошо. А ваш офицер не придет сюда? Он спит, он спит. Прошу вас, мадам, вот сюда. Мирою! Марин! Кто там? Это я, Удри, открой же, наконец! Сейчас, минуточку, куда-то ключ пропал. Иду. Не держите меня здесь долго. 5 минут, прошу вас, 5 минут. Добрый вечер, мадемуазель Куку. Добрый вечер, Удри. Извините, что я вас заставил так долго ждать. Чем я обязан? Что это? Я... Почему это здесь? Я хотел умыться. Вы что, моетесь по ночам? Да, в общем, послушай, иногда. Дарья, очень хорошо, что ты не ходил в кино. Ты правильно сделал. Погоди, расскажешь завтра. Мадемуазель Куку. Извини, чем я обязан? Что это за запах? Здесь чем-то пахнет. Кажется, духи.
Я ничего не чувствую. Как это не чувствовать? Такой запах, что меня мутит. Мадемуазель Кукудря, умоляю вас, чем я обязан? Не будем торопиться. Давайте по порядку. Ваше слово, господин Удря. Мое? Ваше, ваше. Видишь ли, Марин, видишь ли, я был в кино. Удря. А мадемуазель Куку подошла умоляю, ко мне. Покороче. Зачем торопиться? Вы должны понять, господин Мироев, что если я рискую собой, своей репутацией, и прихожу ночью в комнату к холостяку, то меня вынуждают к этому чрезвычайные обстоятельства. Чрезвычайные обстоятельства? Я не понимаю. Вы все понимаете, господин Мироев. И не надо отрицать. Это бесполезно, я все знаю. Это правда? Что? Правда, что сказала госпожа Испас, жена начальника вокзала? А что она вам сказала? Правда, что вы... Что вы... Правда, что вы... Вы... Уплатили 22 тысячи за книгу, которую вам привез из Бухареста господин Паску? Да. Это правда. Господин Мирою, если учитель платит 22 тысячи за книгу... Дело нечистое. Почему? Я со своими деньгами делаю все, что хочу. Своими деньгами? Какими деньгами? Откуда у вас деньги? Мы-то с вами, слава богу, не первый день знакомы. Вы должны столовую 800 лей еще за прошлый месяц. Вы стрижетесь раз в два месяца. Мадемуазель Куку. Вы за 6 лет с тех пор, как вы здесь, ни разу не шили себе ни одного костюма. Ну так этот еще не сносил. Вы сами штопаете себе носки. Нет. Да, нет. Рубашки. Нет. Удря, скажи, что это не так. Это неправда, мадемуазель. То есть я хочу сказать, что, может быть, брюки он себе и утюжит, но рубашки и носки никогда. Я знаю. Если все это так, то разве 22 тысячи за одну книгу? Это не сумасшествие? Может быть. Но это мое сумасшествие, и я не обязан никому давать отчет. Ошибаетесь, господин Мирою. Школа должна знать, и не только школа, город и я. Вот вы узнали, и для этого не нужно было приходить ко мне ночью. Мадемуазель, я же говорил вам, подождите, потерпите до утра. Разве я могла бы спокойно заснуть? Нет, господин Мирою, эта тайна должна быть немедленно раскрыта. Сейчас. Я хочу ее видеть. Я хочу посмотреть на нее. Где она? Кто? Кто? Книга! Я хочу ее видеть. Этого нельзя. Господин Мирою, вы, очевидно, не отдаете себе отчета во всей серьезности положения. Я поставлю этот вопрос на учительском совете. Как вам будет угодно. Хорошо. Я задам вам только один вопрос. Только один. Что это за книга? Откуда вы ее выписали? Кто автор? Какие в ней мысли? Что в ней говорится? Зачем вы купили ее? Мадемуазель Куку. Что? Мадемуазель Куку. Весь город уже давно следит за вами. Весь город давно задает себе вопрос, чем вы занимаетесь? Почему вы всегда торчите один у себя дома днем и ночью? Но сегодня, наконец, все должно выясниться. Пусть выяснится, но не теперь. Утром. Уже ночь. Поздно. Вы что? Вы что, указываете мне на дверь? Ну, хорошо. Как вам будет угодно. Только бы вы не пожалели, господин Мирою. Только бы вы не пожалели. Удря, за мной. Удря, задержись, я тебе должен что-то сказать. Я не могу, я должен проводить скорпионы. Но домой. Потом обязательно вернись, хорошо, ты мне нужен. Хорошо, вернусь. Иду, вы иду. Удря. Только обязательно, прошу тебя. Хорошо, иду, иду. Я вернусь, не закрывай дверь. А, вы хорошо. Идете или иду, нет? Иду. Я вернусь. Я жду тебя. Иду, иду.
правда? Что? Ну, что вы... Вы слышали? Ну, не могла же я закрыть себе уши. Правда? Неправда. Все неправда. Послушайте, дайте мне посмотреть эту книгу. А? Не хотите? Нельзя? Послушайте, знаете что? Вы меня не знаете, и я вас не знаю. Я здесь на одну ночь. Я никого не увижу, я ничего никому не скажу. Но покажите мне ее, пожалуйста. Но я ничего не понимаю. Это старинная книга. Она трактует об астрономии и математике. Она очень старая? Ей 150 лет. Даже больше, она 1763 года. Поэтому она такая дорогая? Дорогая? Мне повезло, что я ее достал. Я мечтал об этой книге долгие годы. Ждал ее. Видел во сне. Куда я только не обращался, к букинистам, любителям. Несколько лет экономил деньги. Давал частные уроки. Сами штопали себе носки? Да, иногда. Но теперь она моя. Я могу узнать, проверить. Что? Не хотите сказать? Вам скажу. Вы никому не скажете? Никому. Никогда? Никогда. Обещаете? Клянусь. Я открыл новую звезду. Где? На небе. Ну да. Ну да. Не верю. Не верите? Нет. Вот она, здесь. Вы же говорили, что она на небе. Но это же небо! А? Ну, смотрите, вот сфера, вот эта ось, вот это экватор, небесный экватор, разумеется. Да, разумеется. Вот эта система координат, азимут, зенитное расстояние. Так вот, звезда, которую я открыл, здесь. Вы ее видите? Вижу. Но лучше покажите мне на небе. Ну, на небе же она не видна! Ну, вы же говорите, что вы открыли. Но я ее открыл здесь. Как? Я ее вычислил. Не понимаю. Что? Ну, не понимаю я, какое отношение имеет эта звезда к этой книге? Это каталог? Это звездный каталог Ван Марча? Моей звезды нет ни в одном каталоге. Ее нет ни у Гепарха, ни у Птоломея, ни у Кеплера. А же у него? У него? Нет. Одно время я думал, что у Гершеля. Оказалось, нет. Нет, у Гершеля была, но у Гершеля была двойная звезда. Единственный, у кого она могла быть, Ван Марч. Почему? О, он был смелый, с размахом. Я чувствую, что в его теории темных звезд что-то есть. Темных звезд? Профессора астрономии издеваются над ним. Они считают его британтом, астрологом. Поразительно, как только у человека появляется какая-то оригинальная теория, его объявляют сумасшедшим. Сумасшедшим? Да, я не удивлюсь, когда в один прекрасный день объявляют сумасшедшим меня. Вас? Да, ребят старшего служа называют меня чокнутым. А, я спать хочу. Паша, пойду, мне очень хочется спать. Не надо меня провожать, я... Простите, куда же вы? Я спать хочу. Куда же? Нет, нет, ну погодите, погодите, пойдемте со мной. Извините, ну погодите, я должен выговориться, ну вы понимаете, я выговориться должен. Нет, ну пойдемте, ну прошу вас, ну пойдемте, ну на секунду, ну я прошу вас. Куда вы меня тащите? Ну пойдемте, ну я вам звезду покажу, ну это так интересно, ну прошу вас. Ну пожалуйста, ну идемте, идемте сюда, ну это интересно. Ну это же очень интересно, ну как вы не понимаете, ну какая странная, ну пойдемте. Ну прошу вас, ну на секунду, идемте. Отпустите меня, куда вы меня тащите, в конце. Ну что? Так, вон, видите большую медведицу? Ну, покажи мне свою медведицу, завтра утром. Ну, утром она не видна. Ой, боже ну, мой. Ну, хорошо, вон те семь звезд, видите? Ну, не вижу я. Ну, кажется, 4 и 3, последние 3, это хвост медведицы. Какой еще хвост, отпустите. Ну, вы же не туда смотрите, смотрите, вон там, где голова дракона. Какой голова дракона, видите? Отпустите меня немедленно, я вам сказала. Ну, куда же вы? Пойдем. Куда вы меня тащите? Идите, идите сюда. Отпустите идите сюда. Меня, что? Так. Что? Ну, видите большую медведицу? Ну, не вижу я ничего. Покажите мне вашу медведицу завтра утром. Ну, утром-то она не видна. Ой, хорошо, что так, не видна. Так, вон, те 7 звезд, видите? Ну, не вижу я. Ну, как же так? Ну, вот 4 и 3, последние 3, это хвост медведицы. Какой хвост? Ну, как же, ну, вы же не туда смотрите, смотрите туда. Вон там, где голова дракона. Вот это, видите, вы видите вот это? Ну, куда же вы? Боже мой! Сударыня! Как хорошо, что вы пришли. Вы меня не знаете, но я знаю. Вы господин Удри, да? Сударыня! Я вас умоляю, пожалуйста. Я испугал вас, простите. Заходи, Удри.
Что ж ты мне не сказал? Почему не предупредил, что ты не один? Не успел. Мадам, поверьте, если бы я знал... Ну, правда, не стоит в дверях заходить. Ты нам нужен. Да, вы нам нужны, господин Утря. Да? Господин Утря, ну, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь видели большую медведицу такую? Да, мадам, видел. Что, на небе? Где же еще? Конечно, на небе. Что там есть, и этот дракон? Есть. А почему меня спрашиваете? Вы его спросите. Он лучше знает. Он мне их и показал. Ведь он астроном. Астроном? Да. А знаете, что он мне сейчас сказал? Что? Он мне сказал, что он открыл новую звезду. Наверное, открыл. А почему бы ему не открыть? Разве я не написал симфонию? Вы? Симфонию? Я. Я ведь говорил, он композитор. Да, симфония в четырех частях. Аллегро, анданте, скерцо. И снова аллегро. Удря, пошли. Спокойной ночи. Как? Куда? К тебе. Я переночую у тебя. Почему? Расскажу по дороге. А мадам? А мадам, она останется здесь. Почему? Ну, потому что ей негде спать. Слушай, а кто она такая? А этого я и сам не знаю. Послушай, дружище, ты меня совсем сбил с толку. Пойдем, я тебе все расскажу по дороге. Уходите? Почему вы уходите? Уже поздно. Да, мадам, увы, уже поздно. Не хочу оставаться одна. Почему вы торопитесь? Ну, потому что вам необходимо выспаться, вам... Надо спать. Да ничего подобного. Вовсе не хочу спать. Господин Удрих, да? Будьте так любезны. Да. Ну, расскажите мне, пожалуйста, о вашей симфонии. Она красивая? Пусть он скажет. А разве он ее знает? Да, я ему исполнял. Как? Голосом. Ну. Если он начнет ее исполнять, нам уже никогда не уснуть. Она длинная. Симфония в четырех частях. Аллегро, анданте, скерцо. И снова аллегро. Удря, пошли, а? Подожди, дружище, разве ты не видишь, что мадам интересуется музыкой? А разве она никогда не исполнялась? Нет, пока нет. Почему? Они не дают. Кто? Все. Городские власти, это гимназия, мадемуазель Куку. Удря, уже поздно. Подожди, дружище. Мадам, да. Вы знаете, я хотел, чтобы мою симфонию исполнил наш оркестр. У вас есть оркестр? Нет, пока нет. Ну, много ли нужно? Скрипки, виолончели, виолы, контрабас, все это у нас найдется. Потом эти самые ударные инструменты и духовые можно одолжить у пожарников. Но они не дают. Вот именно, они не хотят. Но даже если бы они и согласились, все равно этого недостаточно. Почему? А потому что у меня нет английского рожка. А без рожка нельзя? Что вы, боже упаси, мадам. Рожок это самое главное. Я вам сейчас все объясню. Удря, ну уже поздно. Оставь меня в покое, дружище. Вы понимаете, до скерца еще куда ни шло. Но после без рожка я погиб. Ну вот, судите сами, мадам. Значит, вначале вступают духовые. Пря-па-па-па-па, пря-па-па-па-па, пря-па-па-па-па-па-па, пря-па-па-па-па, пря-па-па-па-па, пря-па-па-па-па. Потом вступают скрипки. Та-ри-ра-ти, ра-та-ра-ра-по-по-по-по, та-ри-ра-ти, ра-ти-ра-ра. А потом вступает рожок. Ти-ра-ра-ра-ра-ра. Но до этого вступают духовые. Прям пам 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 пам, прям пам 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 пам, прям пам 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 когда у меня нет английского рожка. А нельзя его заменить каким-нибудь другим инструментом? Ни в коем случае, мадам. Нет. Лучше совсем не надо. Вы знаете, я готов ждать 100 лет, но без рожка исполнять не стану. Да, нет. Не надо, не надо. А может быть, его можно купить? Ну, купить, конечно, можно в Бухаресте. Но стоит дорого, 30 тысяч. 30 тысяч?
Вы знаете, я отложила из своего жалования 4500 лей. Ну, конечно, до 30 тысяч очень далеко. Я даже пустил подписной лист. Вот он. Удря! Ну что ты, дружище, я хочу мадам только показать. Подписной лист на приобретение английского рожка для исполнения первой симфонии ми бемоль мажор. Маэстро Радо Удря. А много уже подписалось, господин? Пока только один. А кто? Он. Вы? Да. Господин Удря, я бы тоже подписалась, но у меня ничего нет. Ну что нет, вы, мадам, я... что вы, ну как вы могли подумать? Я же хотел вам только показать. Ну вот видишь. Ну ты же знаешь, где я только не был, кого я только не просил. Я стал посмешищем всего города. Говорят, сумасшедший. И вы тоже. И он тоже. То есть как это я тоже? Это я тебе потом объясню, а теперь пойдем, у нас завтра уроки. Ты хочешь опоздать? Ты хочешь нарваться на мадемуазель Куку? Нет, этого я не хочу. Тогда ну, пошли, уже поздно. Да, наверное, уже поздно, мадам. Да, спокойной ночи. Спокойной. А вы меня покидаете? Да. Что поделаешь, мадам? Что спокойной поделаешь? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну ладно. Еще раз извините меня. Спокойной ночи. Спокойной ночи. А книгу вы уносите? Да. Хочу полистать на сон грядущий. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Что случилось? Мышонок. Вон он там бегает. Ой. Удри, иди вперед, я тебя догоню, хорошо? Хорошо. Ничего не понимаю. Спокойной ночи, мадам. Что вы хотите? Я не хочу, чтобы вы уходили, не показав мне вашей звезды. Я хотел, но вы испугались. Но вы говорили с такой страстью, что я... Простите. Со мной это бывает иногда. Редко, но бывает. Когда не смотрите на небо? Нет. Нет, то есть я смотрю иногда, не собирается ли дождь. Надо же мне знать, как одеться. Какие туфли. Нет, ну а... На звезды. Вы на звезды смотрите, вы их видите? Нет. У меня нет времени. Я очень занята. Занята? А чем? Ой, не спрашивайте. И продохнуть. Ни одного свободного дня. А, понимаю. А вечерами? Ой, вечерами совсем опомниться некогда. Это же ужасно. Что же у вас за жизнь? Если у вас даже нет времени посмотреть на большую медведицу. Ну, посмотрите, вон она. Налево. Видите 7 звезд? Похоже на медведицу с протянутыми вперед лапами. Или, примитивно говоря, на ковш. Но если считать все те звезды, которые считали в древности, то все-таки медведица. Вы говорите, в ней 7 звезд? 4 и 3? Да. Действительно. 4 и 3. Какие они яркие. Какие белые-белые. Они не белые. Нет? Первая красная, вторая и третья белые, четвертая желтая, пятая и шестая белая, а вон 7-я голубая. Откуда вы знаете? Ну, а как же мне не знать? А вы все знаете? Ну, всего знать никто не может. А вон ту звезду вы знаете? Где? Какую? Вон ту. Маленькую такую.
над Большой Медведицей. Рядом, вон с той. Налево? Да, налево. Поздравляю, у вас хорошие глаза. Это Алгол. Алгол? Там и моя звезда, которую я открыл. А как ее зовут? Не знаю. Я еще не дал ей имени. Почему? Да все никак не найду подходящего названия. Оно должно быть созвучно Алголу. Ну, например, Вега. Вот это подошло бы. Алгол и Вега. Нужное имя с двумя гласными. Вы уверены, что она там? Безусловно. А почему ее не видно? Но она слишком далеко от нас. А давайте посмотрим на нее вон в ту большую трубу. В телескоп? Да. Мою звезду не увидишь ни в один телескоп. Когда я закрываю глаза, то я вижу ее орбиту. Слежу за ее путем, который она совершает тысячелетиями. Невидимая, незримая. Ее никогда нельзя увидеть? Никогда? Никогда. Жаль. Чтобы стать видимой, она должна отклониться от своего пути. И тогда она будет видна вон там. Над Большой Медведицей. Над Большой Медведицей. Рядом с Алголом. Этого не может случиться? Нет. Почему? Звезды никогда не отклоняются от своего пути. Подумать только. Я могла бы так никогда и не увидеть Большую Медведицу. Хотя тысячи людей живут, не видя ее. Им только кажется, что они живут. Наверное. Вы правы. Да нет. Бывают вечера, когда небо мне кажется пустыней. Звезды холодными, мрачными покойниками, трупами. В этом безжизненном, бессмысленном мироздании только мы одни мечемся в одиночестве на нашей маленькой, захудалой провинциальной планете. Как в глухом городишке, в захолустье, где нет воды, темно, и даже не останавливаются скорые поезда. Но бывают вечера, когда все небо полно жизни, когда, если хорошенько прислушаться, слышен, как на каждой планете шумят леса и океаны, фантастический океан. Бывают вечера, когда все небо полно таинственных знамений, словно это живые существа, рассеянные по разным планетам, которые смотрят друг на друга, угадывают, дают знаки, ищут друг друга. Когда я увидел вас сегодня там, на грязном закопченном вокзале, когда я увидел вас такой яркой, белой, мне показалось, что вы явились из другого мира. Может быть, так оно и есть? Нет, нет. Откуда вы знаете? Ни одна звезда не отклоняется от своего пути. Ни одна не останавливается. Ни одна?
Нет. Никогда. Никогда. Неправда. Проснись, уже утро. Шш, не кричи. Сима услышит господина Кирова. Какого Кирова? Минотариальной конторы. Мона. Мона, проснись. У господина Атанасию дом. С защитным забором. Мона, проснись. Уже утро. Доброе утро, Мари. Доброе утро, Мона. Доброе утро, господин Мироев. А куда вы так рано? На базар за баклажан. Госпожа Малтопол сказала, что есть баклажаны. Хочу баклажанов, хочу баклажан.
Желаю удачи, целую ручки. Яким? Это кто? Жена начальника станции. Какой ты милый, Марь. Какой у тебя милый дом. Ну, вчера ты говорил, что он ужасен. Да. Ну, это было вчера. А какие у тебя глаза? Бесцветные. Ну, покажи. Почему? Боюсь. Чего? Боюсь, что тебя нет, что все это наваждение. Но меня видела госпожа Испас. Это лучшее доказательство того, что я здесь. Ну, Марин, ну не будь дурачком, ну открой глаза. Ой, ой, какой ты милый. Дай мне корзину. Корзинку зачем? Я пойду на базар купить баклажаны. Что, на базар в пижаме? А что, не идет она мне, да? Ну, в нашем городе как не принято ходить. На базар в пижамах. Тогда нужно взять у соседей. У госпожи Малтопол или у госпожи Ласку. Она какая, госпожа Ласку, толстая, да? Вот ты шутишь, а между прочим, надо найти выход из положения. Вот что, я сейчас побегу в гимназию, сегодня первое число. Я получу жалование. Первое? Сегодня жалование. Да, сегодня первое число, сегодня дают жалование. А после этого зайду к господину Паску, зайду в универсальный магазин. И что-нибудь подберем тебе из платьев, чтобы ты могла выйти из дома. Я не хочу выходить из дома. Я остаюсь здесь. До каких пор? На всю жизнь. Ну, хорошо. Ну, я пойду. Подожди. Да, что? У тебя не так завязан галстук. Мона. Ну, Марин, ну стой спокойно. Слушай, это не может быть правдой. Возвращайся скорее. Да, непременно. Абсолютно уверен, что там находится та дама, именно та дама, которую я разыскиваю. Ну, конечно, господин Грик. Она у господина Мирою. Она вчера ушла с вокзала вместе с ним. Они ушли вместе. Вместе? То есть он сказал, что будет ночевать у господина Удри. Хотя, но это та дама, именно та дама, о которой я вам говорил, вне всякого сомнения. А потом приметы. Разве приметы не совпадают? И потом посмотрите, что она мне дала. Вот. Фишки для рулетки? Да. Она ими хотела расплатиться за проезд. Вы когда-нибудь видели такое? Неслыханно. Да, в самом деле.
Разве я не должен был сразу же немедленно составить протокол? Правильно. Вот найдем ее и составим протокол. Вот вам деньги за билет и штраф. Достаточно? А протокол? Надо было вчера составлять. Но у нее уже не было документов. И потом она хотела покончить самоубийством. Что вы говорите? Да, если вы знали, как я с ней намучился. Как я вас понимаю? Мы правильно? Да-да, вот туда. Честь имею! Честь имею! Здравствуйте! Здравствуйте! Извините, господин учитель, но я... Да, извините. Но я думала, я полагала... Что вы полагали, барышня? Что здесь живет господин Мирою. Я, наверное, ошиблась. Нет, нет, вы не ошиблись. Этого не может быть. Почему? Потому что я вас не знаю. Ну и что? А я вас тоже не знаю. Но это не имеет никакого значения. Вы по делу? Да, то есть нет. Я пришла просить его. Меня выгоняют из школы. Кто? Он? Нет, мадемуазель Куку. Она не пустила меня в класс. А-а-а. И теперь я жду решения учительского совета. И я прибежала попросить господина Мироя. Но если его нету... Его нет. Тогда я... Пойду. Барышня? Да. Барышня, а вы давно знаете учителя Мирою? Да. Он ваш преподаватель? Конечно. Как вам повезло? Почему? Ну что вы? Что вы? Иметь такого преподавателя? У вас и сегодня его урок. Да, 4-й, космография. Космография. А что вам задано? А? Об этом забыла. Сейчас посмотрю. Об этом. О законах Кеплера. Кеплера? Да. Можно я посмотрю? Пожалуйста. Да, спасибо. Орбита планеты имеет форму эллипса. Солнце. Солнце находится в одном из ее фокусов. Боже мой, как красиво. Вы находите? Удивительно, удивительно. Как вам повезло, вам и вашим подругам, что вы можете слушать его лекции о таких удивительных, о таких красивых вещах. Господи, господи, как вам идет этот передник? Вы шутите, мадам? Ну что вы, что вы? Он вам удивительно, удивительно идет. Вот в таком переднике действительно можно быть счастливым. Вы смеетесь надо мной, мадам. У вас такое платье. Я ведь никогда не знала. Я не видела такого платья. Что солнце? Даже в Бухаре. Вокруг солнце. Я была в Бухаре вместе с мамой и тетей на Пасху. Юпитер, вы Земля, Нептун, Сатурн. Все рассмотреть, Сатурн, чтобы потом Меркурий, рассказать нашим девочкам. Венера. Простите, Марс. Меня откуда вы? Что? Автомобиль на нашей улице? Там... Господин Испас, начальник станции, и с ним какой-то господин. Какой элегантный. Он. Кто он? Он. Господи, боже мой. Кто? Господи, господи, боже мой. Господи, мадам, боже мой, господи. Мадам, что с вами, мадам? Нет, 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 не надо, не надо. Я не хочу. Нет, нет. Господи, боже мой. Господин Мирою, господин Мирою. Здравствуйте, мадемуазель. Господин Мирою дома? А? Я спрашиваю, господин Мирою дома? Его нет, он ушел. Вы здесь давно? Нет, недавно. Вы не видели здесь даму, такую интересную даму в светлом платье? Да, то есть нет. Все-таки да или нет? Да, я ее видела. Где она? Она там. Что я вам говорил? Очень вам признателен, господин начальник. Вы порядочный человек, теперь оставьте меня. А протокол? Я же вам говорил, надо было вчера составлять. Жаль, очень жаль. 15 лет, как я, ну хоть бы один протокол составил. Такого случая больше не предвидится.
Доброе утро, Мон. Доброе утро, Грик. Хорошо спала? Спасибо, хорошо. А ты? Совсем не спал. Играл в рулетку до 5 утра. Не везло. Потом пошел в отель, думал, ты там. А меня там не было. Ну, как видишь, я всегда тебя нахожу. Как знать, Грик? Может быть, на сей раз нет. Вначале я подумал, что ты переменила комнату. Но портье сказал, что даже не видел тебя. Да и свободных номеров в отеле не было. Тогда я подумал, что перебралась в отель напротив. И ошибся. Да, ошибся тебя, и там мне казалось. Но в холле я встретил человека, который видел, как ты направлялась к вокзалу. А на вокзале кельнер Жан из бара. Видел, как ты садилась в поезд. У тебя масса осведомителей. Я им хорошо плачу. Да, это я знаю. Позвонил домой в Бухарест. Нет тебя. Угу. Тогда я подумал, не опоздал ли поезд. Так. Позвонил на вокзал. Нет, поезд пришел вовремя. Угу. Тогда я начал беспокоиться. Беспокоиться? Ты? Да, очень. Не узнаю у тебя, Грик. Нет, всего лишь 5 минут. Потому что через 5 минут я вспомнил, что у тебя нет денег. Стало бы, тебя высадили на одной из ближайших станций. Ты очень умен. Да, я очень умен. Я сел в машину и стал методически объезжать вокзалы. И вот я здесь. Симпатичный этот начальник станции, правда? Угу. Мона, ну признайся, что наша вчерашняя ссора была глупостью. Большой глупостью. Ну признайся, что я ни в чем не виноват. Ни в чем. Я тебе 1000 раз говорил. Чтобы ты не торчала у меня за спиной, когда я играю. Не задавала вопросов, не просила денег, не дергала. Прости. Ну, что ты от меня хочешь? Я игрок. В конце концов, у меня могут быть свои примеры? Вполне естественно. Потом проигрываю. Чертовски не везло. А потом, когда я ушла? Начал выигрывать. Сразу же? Нет, чуть позже. Не помнишь, в котором часу? Кажется, в 12. А почему ты спрашиваешь? Так, так. Я подумала о приметах. Да, начал выигрывать. Знаешь, просто повалило. Поэтому не вставала за стола до самого утра, до 5 часов. Вот видишь, Грик, я принесла тебе счастье. Мона, ну тут что, сердишься? Ни капельки. Ни капельки? Ты прелестная девушка. Ну, а теперь поехали, поехали. Я не поеду, Грик. Что? Я остаюсь. Где? Здесь. Здесь? Да. Ну, слушай, сейчас слишком поздно или слишком рано. Не до шуток. Поехали. Ну, мне спать хочется. Поехали. Поехали. Ты поедешь один, Грик. То есть как это один? Почему? Потому что я... Потому что... А? Не спрашивай меня, Грик, лучше не спрашивай. Уезжай, лучше будет, уезжай. Послушай, Грик, ты когда-нибудь видел большую медведицу? Какую медведицу? Большую. Ты что, с ума сошла? Это прекрасно. Это прекрасно. Это самая прекрасная вещь, которую ты мне сказал с тех пор, как я тебя знаю, Грик. Да, 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 я сошла с ума. Я сумасшедшая. Мне тоже дано быть сумасшедшей. Ну, это я давно знаю. А я не знала. Я узнала это только здесь, сейчас. Грик, я сделала потрясающее открытие. Мы несчастливы. Что? Мы с тобой? Да, мы. Весь наш мир. Мы ведем глупую, никчемную жизнь. Но удобную. Но ты свидетель, Грик. Такая жизнь мне никогда не нравилась. Может быть, но это твоя жизнь. Но мне она никогда не нравилась. Я всегда чувствовала, что мне чего-то не хватает. Что, большой медведица, наверное? Большой медведицы. Мона,
Ты бредишь? Нет, мой милый. Если бы ты знал, как я все ясно вижу теперь. Сегодня здесь так много солнца. Оно светило мне все. Вот этот дом, вот эти цветы. Эти цветы? Они что, тебе нравятся? Да, они Мона, восхитительны. Мона, тебе нужно выспаться. Тебе просто необходимо выспаться. С тобой что-то стряслось этой ночью, а? Может быть. Ты что, не видишь, это салат в горшке? Морковь, петрушка, пастернак? Замолчи, Грик. Вот как. Каждую неделю я плачу за цветы десятки тысяч лей. Пармские фиалки, привезенные в декабре самолетом, для тебя недостаточно свежи. Белые лилии в январе для тебя недостаточно бела. И все для того, чтобы однажды увидеть тебя в убогом провинциальном городке, умиляющийся и падающий от восторга в обморок с морковкой в руках? Помолчи, Грик. А почему я должен молчать? Потому что не хочешь слушать, ты боишься. Потому что это бесполезно. Мона, ты трусишь, ты боишься раскрыть глаза, но тебе придется. Ты посмотри, в какой свинарник ты попала. Ты что, спала на этом дырявом тюфике? Перестань, ты не знаешь, о чем ты говоришь. Сидела за этим хромоногим столом? Он не хромоногий. Ну, скоро будет. А это что? Что это такое? Это что, ванная? Какое оборудование? Последнее слово техники. Просто замечательно, бесподобно, фантастика. Ты что, вот здесь принимала ванну? Нет! Я умывалась утром у колодца. Что? Да, я умывалась у колодца, Грик. Там во дворе есть колодец, чистый колодец. Это было прекрасно. Мона, ты что, действительно умывалась у колодца? Да, 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 да. Ты? Да, я. Ты, которая принимаешь в Бухаресте две ванны ежедневно с лавандой 36,6 градусов, ни одной десятой больше, ни одной десятой меньше. Ты умывалась у колодца? Ты умывалась у колодца. Тогда это действительно серьезно. Да, это очень серьезно, мой милый. Вот это новость. Здравствуйте, господин Паску. Здравствуйте, мадам Жоржеску. Здравствуйте, господин учитель. Я счастлив видеть вас у себя в магазине. Чем могу быть полезен? Видите ли, я... Мне нужно женское платье. Вам? Ну нет, разумеется, не мне. Я имел в виду... Мне нужно женское платье, простое и скромное, но вместе с тем хорошее. У вас найдется такое? Разумеется, как я сам не догадался. Разумеется, у меня найдется недорогое и в высшей степени элегантное платье. Вот. Вот то, что вам нужно. Прошу. А оно в самом деле хорошее? Оно великолепное. Это лучшее, что есть у меня в магазине. Да? Ну тогда заверни. С удовольствием. Я поздравляю вас, господин Мирою. С чем? Ну как же, об этом уже говорит весь город. Прошу вас. Прошу. Благодарю вас. И если вам понадобятся духи, косметика или что-либо в этом духе, приходите. Прошу. У меня богатейший выбор. Я только что привез из Бухареста. И если ваши гости почему-либо не понравится платье, приносите обратно, я с удовольствием обменяю. Благодарю вас. Всего доброго. Желаю счастья. Здравствуйте. Мона? Да. Здравствуйте, вы ко мне? Одну минуту. Я принес платье и баклажаны, как ты просила. Баклажаны? Простите, а с кем имею честь? Это ваша машина стоит там, на улице? Нет. Я, к сожалению, не знаю, кто это вы. Это мой брат. Что? Я счастлив, я польщен. Разрешите представиться Мирою. Марин Мирою. Очень приятно. Тем более приятно, что мне нужно задать вам несколько вопросов. Грик! Брат я тебе или не брат? Если я брат, то имею право задавать вопросы. Молодой человек, извольте объяснить,
Что здесь произошло этой ночью? Грик! Что же? Ведь что-то здесь, безусловно, произошло. Видите ли? Эта девушка вчера вечером сбежала. Вот я нахожу ее здесь, в вашем доме, в невменяемом состоянии, в бреду. Что вы с ней сделали? Напоили? Ну, как вы могли подумать? Смешон, Грик. Вы ее напоили. Чем? Для чего? Сударь, я понимаю ваше возмущение и нетерпение. Это ваш долг, как брата. Фантастика. Но я уверяю вас, что я и Мона, мы... Мона? Вы что, называете ее по имени? Ну да, после того, что произошло, мы... А что же здесь, черт вас возьми, произошло? Отвечайте мне. Объясните. Наконец, что здесь произошло? Говорите. Сударь, я имею честь, вот именно я имею честь просить руки вашей сестры. Господи, боже мой. А, это другое дело. Послушай, Мон, этот человек благородный. Почему ты мне сразу не сказала? Уважаемый господин Мирой, прошу прощения. Я боялся, что моя бедная сестра попала в руки какого-нибудь вульгарного Дон Жуана, какого-нибудь опасного обольстителя. По счастью, это не так. Вы честный человек. А ты болван. Прошу не оскорблять меня в такую торжественную минуту. Молодой человек, ваша просьба застает меня врасплох. Так и меня тоже. Я не могу дать вам ответ немедленно. А, понимаю. Прежде чем дать вам свое согласие, если не ошибаюсь, вы именно этот мне хотите. Ну да, конечно. Моего согласия. Да, конечно. Фантастика. Прежде чем дать вам свое согласие и благословение, я хочу знать, в чьих руках я ее оставляю, в каком доме. Да, дом, конечно. Нет, ничего не скажешь. Дом красивый, с садом, с колодцем. Все, что нужно. Ты смешон. Ну, это не совсем так. Я даю себе отчет в том, что Мона пришла сюда из другого мира. Я это и вчера сказал. Она совсем из другого мира. И я не хочу, чтобы вы думали, что благодаря удивительной случайности, которой она попала сюда, я не понимаю, какая пропасть разделяет нас. Но у меня есть положение. У меня стаж. Я утвержден министерством. Он утвержден министерством? С категории. Великолепно. Жалование небольшое, но верное. 11 273 лей. Простите, без удержания? Без. Великолепно. 11 273 лей. Мона экономная. Она хозяйственная девушка. Ты отвратителен. Я только что получил жалование. Сегодня ведь первое. Да, Мона, я был в универсальном магазине у господина Паску. Вот платье. Он выбрал самое лучшее, что у него было. Что же это такое? А? Вы понимаете, она не может выйти в город в своем туалете. Оно тебе не нравится, Мона? Если нет, ты скажи, господин Паску возьмет его обратно. Вы знаете, по-моему, оно ей не нравится. Нравится. Не слушайте ее, господин Миро. Я лучше знаю ее вкус. Все-таки как-никак брат. Она деликатничает. Ей не нравится это платье. Просто она боится вас огорчить. Если вам не трудно, сходите к господину Паску, обменяйте его на что-нибудь менее экстравагантное. Ей нужно что-нибудь попроще. А, да. Да, я мигом. Мона, там баклажаны. Она, бедняжка, ничего не ела со вчерашнего дня. Не беспокойтесь, господин Миро. Вы уже сделали все, что можно. Баклажаны – это ее любимое блюдо. Не скучай, Мон. Какой же ты негодяй. Значит, ты мне изменил. Изменил вот с этим. Не смей так говорить о нем.
Ты его не знаешь. Да я его видел. Видел, но не знаешь. Послушай, он смешон. Знаешь, что, Грик, мне тебя жаль. Несмотря на твою самоуверенную улыбку, красивый галстук, элегантный костюм, ты не смешон, Грик. Мне тебя жаль. Ты никогда не будешь смешон. Надеюсь. Надеюсь. Но ты не узнаешь его тайны. А что у него есть тайна? Да. Ага. Ага. Да. Ты не разглядел его, Грик. Теперь день. Это не его пора. А вот когда стемнеет, то там, наверху, происходят удивительные чудеса. Слушай, Морда, ты что, хочешь остаться с ним? Да. Ты хорошенько подумал? Нет, я совсем не думала, но я хочу остаться. Ах, ты не думала? Да. Кажется, я понимаю тебя. Кажется, я понимаю тебя. Тебе наскучила твоя жизнь. Ты хочешь ее изменить. Что делать? Все мы скучаем, всем нам надоедает такая жизнь. Все мы хотим ее изменить. Хотя бы один разок на 5 минут. Но эти 5 минут пройдут. Пока все это очень забавно. Это вроде экскурсии, знаешь, цветы, колодец, слейка. Но теперь поехали домой, нет. Поехали домой. Нет. 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 Значит, мне возвращаться одному. Значит, ты меня бросила. Ты меня бросила ради жалкого субъекта, у которого есть какая-то тайна, у которого по ночам происходят чудеса. Мона! Я жил с тобой 3 года. Я истратил на тебя целое состояние. Не очень деликатен, я совсем не деликатен. Мне ни к чему быть деликатным. Не кричи, тебя услышат соседи. Какие к черту соседи? Тебя услышат у господина героя из нотариальной конторы. Мон. Мон. Что с тобой? Ты провинциалка? У тебя провинциальные замашки? Когда ты успела измениться, Мона? Ты боишься соседей? Беспокоишься о том, что скажут в городе? Слушай, ты жена господина Мироя. Оставь меня! Оставь! Как ты мне надоел! Я тебя ненавижу! Мона, подумай, из чего ты создана? Из чего я тебя создал? Немножко духов, уйма лени, чуточку фантазии, ты думаешь, сохранишься в такой обстановке? Во что ж ты превратишься через год? А через 5 лет? Я содрогаюсь, Мона, знаешь, какой ты будешь? Ты будешь, знаешь, какой, вот как... О, смотри, прошу вас, мадам, не двигайтесь. Я не мадам, мадемуазель. Мадам, мадемуазель, какая разница? Вы не человек, вы аргумент, который появился как раз вовремя. Вот смотри, Мона, вот такой ты будешь. Сударь! Не обращайте внимания, мадемуазель Куку. У этого человека приступ остроумия. Что, ее фамилия Куку? Вы откуда знаете? Значит, Куку, а имя? Оставьте меня в покое. Филофтея. Прекратите. Евлампия, да. У него что, не все дома? Я знаю, вас зовут Эсмеральда. Мадемуазель Эсмеральда. Мое имя не Эсмеральда. Жаль, ошибся. И все-таки мадемуазель Эсмеральда. Я вам сказала, меня зовут не Эсмеральда. А как вас зовут? Мадемуазель Куку. Мадемуазель Куку. Куку. И больше ничего. Вот видишь, Мона. У нее даже нет имени, она его потеряла. А ведь у нее тоже было имя. И она тоже была молодой. То есть как это было? То есть, может быть, она и сейчас молода. Просто глядя на нее, этого не скажешь. Сударь, я запрещаю вам. Перестань, Грик. Неужели ты думаешь, что ты осталась здесь и вела такую жизнь, как мадемуазель Куку? Ты не стала бы точно такой, как она? Не вмешивайтесь в мою личную жизнь, сударь. И покончим на этом. Мадемуазель Эсмеральда. Мое имя не Эсмеральда. Знаю, но позвольте мне называть вас этим именем. Я приветствую вас... То, чем вы могли бы быть, я приветствую вас красоту и грацию, которые утеряны навсегда, потому что вы живете здесь. Эй, там! Вылезайте из машины! Мадемуазель Эсмеральда, я вынужден вас покинуть, иначе эти бандиты разнесут мой автомобиль. Ты отсюда. Ну идите, ребята, сам день. Ну и влезай же ты.
мадемуазель. Это правда, что он говорит? Что? Что если бы я осталась здесь? Вы? Вы хотите остаться здесь? Мадам или мадемуазель? А, называйте меня как хотите, я и то, и другое. Дорогая моя, уезжайте отсюда. Уезжать? Почему? Здесь такая тоска. Тоска? Здесь так много солнца. Сегодня. А когда идет дождь? Здесь бывают дожди. Еще бы. Очень часто. А зимой? Порой кажется, что не одна зима, а целых 20. А он? Кто он? Марин. Он счастлив со своими книгами. Ни на кого не обращает внимания. Ничего не видит. Что, Мона, по-прежнему хочешь остаться? Не знаю. У меня не хватает смелости. Если бы ты захотел мне помочь, зачем ты приехал, Грик? Если бы ты дал мне закрыть глаза, потом, когда бы я их открыла, тебя бы уже не было. Ты бы исчез. Такие люди, как я, не исчезают, Мона. Это не мой стиль. Жаль. Это было бы лучше для нас обоих. Потому что я уже не та Мона, которую ты знаешь, и приехал разыскивать. Что-то со мной случилось. Ничего, выспишься, все пройдет. А если не пройдет? Разве мы любим друг друга, Грик? Разве мы счастливы? Мон, ты употребляешь слова, которых нет в моем лексиконе. Любовь, счастье. Люблю ли я тебя, а любишь ли ты меня? Не знаю. Но когда мы входим в вестибюль Атене Палас, я рад, что держу под руку именно тебя, и все оборачиваются и смотрят нам вслед. Что ж, этого достаточно. Ты думаешь? Да, о счастье. Блажен, кто живет здесь. Счастливы вот эти мальчишки. Им принадлежит Царствие Небесное. Ну, поехали, Мона. Еще один вопрос, Грик. Ты не ревнуешь меня? Ревновать? А с какой стати? Но в конце концов, этой ночью я... Мона, знаешь, не обижайся, но, честное слово, никакой ревности. Нет, сейчас уже не ревную. У меня такое чувство, что все, что с тобой произошло, произошло не здесь, а где-то далеко. Может быть, на Луне. На Большую Медведицу, Грик. Пусть так, на Большой Медведице. Так не может же нормальный человек ревновать свою возлюбленную, изменившую ему где-то на Большой Медведице. Ты философ, Грик. Ну, поедем. Пока еще цел наш автомобиль. Это еще что такое? Здравствуйте. Доброе утро. Мои поздравления. Весь город только об этом и говорит. Мадам, это правда. Я встретил Марина, он мне сказал, что вы приняли его предложение, и что ваш брат тоже не возражает. Мадам, это правда. Я так рад за Марина. Сударь,
Я так рад за вашу сестру. Кто это? Это господин Удря, учитель музыки. Он композитор, он написал симфонию. Да, в 4 частях. Аллегро, анданте, скерцо и... И снова аллегро. Да. У него не хватает одного инструмента, английского рожка. О, мадам. Господин Удря, дайте ему ваш подписной лист. Что вы, мадам, мне, право, неловко. Заплати. Мона, я был у господина Паску, он... Очень хорошо, маэстро. Пойдемте, все обсудим. Я думаю, мне удастся кое-что для вас сделать. Пойдемте, пойдемте. Пойдемте. Вы знаете, дело в том, что вначале оркестровка совершенно обычна. Но потом, когда начинается скерцо, вступают духовые. Очень мил и заботлив, Марин. Спасибо тебе. Но дело в том, что я не могу остаться. Я должна уехать. Ты уезжаешь, Мона? Да, я должна. Мона. Но я вернусь. Когда? Скоро. Завтра? Не знаю. Послезавтра? Не думаю. Воскресенье? Да. Воскресенье. Однажды в воскресенье я... Ждать тебя? Конечно. На вокзале? Нет. На вокзале не надо. Я приду сюда. Жди меня здесь. Когда? Каждый вечер. Понимаю. Что ты понимаешь? Вот уже 12 часов, как длится этот фантастический сон, самый из фантастических снов. Сколько раз я говорил себе, если бы это была правда, если бы это могло быть правдой. Ты знаешь, Мона, 15 минут тому назад, когда я бежал по улице, я вдруг остановился и приложил руку себе ко лбу. Если бы только это могло быть... Правда. Боже, я... Я начинаю просыпаться. Все было неправда. Ты уезжаешь. Я тебя больше, кажется, никогда не увижу. Ты уезжаешь. Марин. Там на небе, возле Алгола, есть звезда, которая с этой ночи будет носить мое имя. Ты ее никогда не видел, но ты ведь знаешь, что она там. Так и я буду с тобой здесь. Всегда.
Марио, неслыханное дело, неслыханное. Он подписался на всю сумму, он платит сполна. Послушай, Марио, мне очень тяжело тебе это сказать, но, наверное, это необходимо. Дело в том, что она уезжает и больше не вернется. Знаю. Откуда? Откуда ты это знаешь? Ни одна звезда Удри не отклоняется от своего пути. А ты? Как же ты? Солнечная система. Солнечная система, она не единственная во Вселенной. Есть и другие звезды, окруженные планетами. Они находятся очень далеко от нас. Свет от них идет сотни тысяч лет. Но кто знает, может быть, где-нибудь там приключение, которое у нас называется жизнь, повторяется по тем же небам, но с другой судьбой. Может быть, все, что здесь тяжело, там легко. Все, что здесь мрачно, там светло и радостно. Все, что мы пытаемся сделать, все, что мы не сделали, наши утраченные иллюзии, наши несостоявшиеся мечты, все, что мы любили и не смогли долюбить, словом, все-все, там легко и радостно. Так же радостно, как это могло быть и здесь. Если бы люди понимали это, если бы они любили друг друга, если бы они все работали вместе. Ученицам младших и особенно старших классов, и особенно старших классов, категорически запрещается появляться на вокзале. Категорически запрещается появляться на вокзале. Особенно в часы, когда проходит дизель-электропоезд. Дизель-электропоезд.